Мост Дон Луис в Португалии – великолепное архитектурное чудо, привлекающее туристов со всего мира. Этот знаменитый мост через речку Дору является символом богатой истории города и потрясающих пейзажей. Мост Дона Луиса, спроектированный Теофилем Сейригом, учеником Густава Эйфеля, был построен в 1886 году. Его двухэтажная конструкция соединяет исторический район Порту-Рибейра с районом Вила-Нова-де-Гая, откуда открывается захватывающий вид на обе стороны речки. Мост Дон Луис также служит важным транспортным звеном как для пешеходов, так и для транспортных средств. Отсюда можно добраться до различных достопримечательностей по обе стороны речки. Туристы стекаются к мосту Дон Луис, чтобы полюбоваться его сложной железной конструкцией и насладиться панорамным видом на очаровательную набережную, города и красочные здания.